Итак, всем привет, у нас настало время Sunflower. В этом видео будет обычный Sunflower, в следующем Shadow Flower. И еще у нас какой-то есть Alien Flower. Я вот этим не играл, интересный, наверное, какой-то. Так, давайте кастомайз сделаем. Что у нас есть? Ох, какой он, ох, какой он красавчик. Здесь ничего нет, татух нет. Давайте таким играть. Gestures, есть какие-нибудь танцы там? Soil, давайте проверим, что это. Вот такой вот. Такой танец, апгрейд на оружие, к сожалению, нет. Ну ладно, поехали. Будем всех хилить, будем всех хилить. А, все-таки убили. Пинг плохой вроде был. Или перезарядка долгая, я так и не понял, что произошло. Отходим, отходим, ребятки, отходим. Что ты? А, это наш. Ой, не наш, это зомби был. Я думаю, что там меня кто-то подпер сзади. Чувак прошел каким-то образом, убил меня, ушел. Так, это наш. Че так много зомби? Где вообще растения? Что вообще-то происходит? У нас фрагов вообще нет в команде. Смотрите, вообще я в Sunflower, у меня, блин. Ну, трудно убивать Sunflower'ом обычным. Надо апгрейд какой-то делать. Не получается убивать. Смотрите, что с сервером. Что за фигня? Че за сервера у них? Прям в воздухе убил. Блин, что ты сюда идешь, а? Что ты тут забыл? Дай поставить растения. Все. Иди, короче, убивай их. Кинь ты бомбу, ё-моё, это же горохомет. Почему я должен убивать? Никто не умеет играть, у меня плохие игроки, это видно. Тут будет чистый проигрыш, очень быстрый. Если у нас что-то не получится. Ну, сейчас видно уже, они там все
У нас вообще нет вариантов ничего с ними сделать. Надо как-то с другой стороны, что ли, стоять. Было бы еще кого лечить. Все умирают. Мне надо в защите сидеть. Я почему-то иду сюда в атаку. Мне надо найти кого-то и лечить. Просто я не вижу, кого лечить. Ага, вот. Нашел. На, лечись. Ты давай лечись. Ну сзади, чувак. За зомби, что он делает? Он бежит на него впритык. Вплотную. Зачем я иду, блин, вплотную? Надо подхиливать где-то издалека и выживать самому. Это 1% у него. Короче, я просто привык убивать всех. И пытаюсь Sunflower тоже так в атаку идти. Че, лечим всех и не паримся. Какой у него радиус сплэша огромный этой бомбы. Жесть. Блин, зомби везде. Сзади и сзади. Абсолютно везде. Что с этим чуваком? Ну, конечно, его не пробить, жесть какая-то. О, половину здоровья. А, это другой чувак вроде как. Они толстые, жесть как. Ну, не сдаемся, не сдаемся. Пытаемся что-то сделать. Кого-то полечить где-то. Хотя с лечением у меня плохо, если честно. Я мало кого лечу. Ну где, где растения? Надо сюда увеличивать, так вообще не попасть. Они идут туда, а зомби здесь. Круто. И никого нету, они захватывают. Смотрите, никого нету. Спокойно зашел, захватывает. Ну, смотрите, уже сейчас половина будет. 2 зомби уже там. А-а-а!
Тупо пришли два чувака и половину забрали. А все побежали на них куда-то. Может мне тоже сверху стоять, как снайперу? Чего я не могу его убить? Что, не прогрузился, что ли? Вроде не тот проход. Мне не сюда. У них тоже лаги или что это такое? Или они слепые все? Четверых убил, нормально. Ну там халявные 2 килла было. Они сейчас резуректят. Ну, нет смысла резуректить, у них может телепорт уже есть. Они только опаздывать будут за счет этого. И плюс половина здоровья только у него будет. Поэтому в резуректах особого смысла часто нет. Куда он сделался? Чё, где они? Хорошее место сейчас. Реально хорошее место. Только промахи через эту как-то иногда у меня. Да не убить вообще, жесть. Как он убил так быстро? Реально вот это... А, это другой чувак где-то был вообще. Вроде не с того места он стрелял. Они захватывают, чуваки. Чего вы ждете-то? Прям сюда запрыгнул. Сейчас бы кактусом поиграть, они вообще близко не подошли, я очень быстро убивал их. Кто помнит, у меня кактусом сколько там было? 39 киллов, по-моему. Или это не я кактусом был, или это было... Не помню кем, но было 39 киллов. Ну, кактусом тоже было офигенно, я помню. Да, это было кактусом рекорд мой. Я больше всех убил Санфлауэра. Вот так вот. Мышка отлетела. Чё сейчас захватит? Там их очень много. Я уже подожду, наверное, резуректа. Хотя нет, держимся. Давай. Надежда есть.
держимся. Жесть как. Сложно, но держимся. А, как они захватили. Просто зашли. Зомби было мало, растений было недостаточно. Обидно, обидно. Реально очень хорошо все было. Че они такие тупые? Я по ним стреляю, они стоят, ничего не понимают. Надо хоть в бок двигаться, я не знаю. Лучше отсюда уходить. Нас слишком много здесь. Да ё-моё, попасть не могу. Да сзади, кактус, ну что ты делаешь? Посмотри назад. Этот чувак 4 раза убил, он просто стрелять умеет. Тут если уметь стрелять, тут вообще фраги просто сыпятся. Зря ты туда пошел, я тебя не отхилю там. Блин, я на первом месте. Что за дела? Да потому что жесть творится. Не знаю, что делать. Да, двигайся. Откуда стреляют? Да как они захватили? Что за бред? Тупо зашли сюда и захватили. Достан в меня, кинь, дебил. Что ты делаешь? Он мог меня быстрее убить, просто тупит.
Они дойти пока не могут, да? Да что там за чемпер такой? За ним этот скачет, он от него уходит. Что за бред вообще? Что это за бред был? Пятерых убил нормально. Пока нормально держимся, кстати. Они дойти не могут. Сейчас будем здесь ждать. Вот этот нубас, походу. Чемпер. Там я, кстати, был. Можно было меня увидеть. Я там прыгал внизу. Ну что, победа на последней точке. У них ничего не получилось, хотя они у них сильная команда была. Так, ну что, стандартно мы поиграли. Сейчас будем играть с другим Sunflower'ом, так что следующее видео будет посвящено следующему. Ну что можно сказать, нормально поиграли так, но трудно убивать, конечно, было. Но прикольно, прикольно. Тоже есть какая-то фишка, но лечит очень медленно, и вот эти третий скилл растения плохие. Наверное, нужен апгрейд какой-то или там что-то поменять. Ладно, увидимся в следующем видео. Всем пока. Увидимся. Пока.